Сегодня 5 августа 2023 года. Я, Степанов Дмитрий Юрьевич, и моя семья, моя мама, Степанова Галина Ананьевна, мы находимся под психологическим прессингом, который ведут неизвестные нам лица в городе Чебоксары. Если с нами что-то случится, пожалуйста, передайте это видео в правоохранительные органы города Москвы. Вы можете помочь следующим образом. Посмотрите несколько коротеньких видео на канале, которые имеют пометку «Город Чебоксары». Спасибо.